Всем здарова, народ, с вами Алекс Диего. Продолжаем вставлять в ролики рубрику «Мои смерти при убийстве главарей», так что смотрим, наслаждаемся. В прошлый раз мы что делали? Получили еще одно очко силы. Поубивали самураев. Было весело. Ох, блин! Что-то я чувствую, давно не играл. Я буду умирать. Надо похилиться. Так, собираем бабосики. У меня есть какие-нибудь записки в инвентаре? Куда мне вообще следовать-то надо? Ну и все, пока у меня никаких других описаний нету. Ладно, тогда пойдем дальше. Смотрим, что там есть. Найти своего молодого господина. Верный шиноби. Отличненько. Разобрались со всеми. Эх. Вот я там видел, кто-то ходит. Ох, черт! А, вот ты где. Ну-ка. Да чтоб тебя, снайперы чертовы, ну-ка, цыц. Чё за артобстрел? Ну-ка, полечиться. Ты где спрятался-то, урод, блин? А сам взорваться-то не хочешь? Черт, просто в яму упал. Я рассчитал немножко, я прыжок. Надо быть более аккуратным. Что-то я прям вообще расслабился. Еще аркебузчики. Ой. Чуть не впалили. Так, думаю, что я в ту сторону смогу упасть впоследствии того, что переломаю все обе ноги.
Так, блин. И чё это такое? Ага, сейчас он будет меня палить, блин. Ну, режь его. Нет, черт, куда я падаю? Да чтоб тебя. А где тут уходит один мужик? Там еще стоит аркебузчик. И вон там сбоку стоит тот, который подает опознавательные сигналы. Где стрелок? Странно. Ладно, берем всякого добра целую кучу. Да, нас убили вместе. Как туда попасть? Где-то вход, блин, он там что-то заштерился и входа туда нету. А, вот есть, с этой стороны. А, черт! Чё, блин? О! Какой разговор. Вообще наглый какой-то просто пёс, блин. Идем дальше по крышам. Смотреть место. Примечательность. Что мне это даст? Залезть сюда. Отсюда никуда. То есть я мог просто обойти их. Вот здесь. Ну, просто тоже проходит. Ничего особенного нету. И оп, собираем порошочек, вернее порох. Трубка подзорная. Там есть ниндзя. Ай, какой-то хрен. Пуск вон. Я должен как-то внизу туда попасть. А как? То есть где-то вон оттуда, вон оттуда. Должен пойти по низу и подняться туда наверх. Ничего себе, какие перспективы. То есть, а так, как я понимаю, я туда вообще ни разу попасть не могу. Куда-то сюда уйти тоже не могу. Интересно, пойдем дальше тогда осматриваться. То есть мне придется идти обратно, как я понимаю. Темпами вперед я пройду. Интересно, зачем сюда есть дорога. Блин, какие. Вот туда залезть. Стой! Блин.
Кинься. Вот тут кто-то есть. Вот тут в теремочке живет. Эти маленькие гоблины. いいよ。まあそうだろうな。風情が違え。だがどうやら同業だ。俺は黒笠の無事な。おめえは？ふっ。アイスキツコイを手にぶっちょうずらの忍び。足名の連中も外でさ。まったく。お主、抜け人。まあそんなところだ。ところでよ。 Продаешь ты противовоздушный удар железной крепости. О, прикольно. Что такое последний укус? Интересно. Поговорить, че хочешь. У меня конотесеннанда, коицга ария, я демо теппо демо, наннара оузуцу датте, нантока нару. Зени га тамару мадева. А че у меня по деньгам? Есть инвентарь, два тяжелых и два легких, четыре легких. А тяжелый, интересно, это сколько? Вот. О, хватит даже на верь. Оси. А это да, я куплю у тебя его. Да. Прям само то, тут как раз из аркебуз по мне стреляют. А, это быстрое перемещение сюда. То есть я мог все просто спрыгнуть в крышу. Значит, надо идти в эту сторону. Тут что у нас было? Фигать. А, есть же еще вон там проход. Через воду. Я и забыл про него. Надо... А хотя я ж тут всех... Кого не убил. Так что, в принципе... Чууу! Ты чё такой дерзкий, а? Ну кого, чёрт, это не работает? Ну, вставай! Уклоняйся! Убил меня? Вот гад. Стой. Дай полечусь. Ну, как это должно использоваться? Гадство. Умри, монах. Ну, из этого монаха много полезных леденцов падает. А это здорово. Ну, конечно, просто набивать их на нем такое себе развлечение. Можно. Ты не догадаешься, что я иду за тобой. Да чтоб тебя!
Все, долбал тыкать своей палкой, блин. Стали друг за другом, какие-то нехорошие люди. Так, ну-ка. Вот, работало наконец-таки. Опять-таки, я потратил две фляжки хила на это. Ладно, пойдем до следующего ранения. Ты ничего не видел, мужик. Можешь подойти, посмотреть, я тебе расскажу кое-что интересное. Хочешь? Хрен с тобой. Так, а как все пройти-то, что-то? А, вот проход есть. Ой, дурак. Так, вас я уже послушал, и ничего интересного мне больше не расскажете. Ладно, давай я убью твоего господина, потому что он опаснее, чем ты, машара со стволом. Еще один машара со стволом. А я тебя проткну. Что тут интересного есть у вас? Ну зачем так далеко прыгать-то? Опа-на. И забрались. Озерце. Это оно правда мутное. Похоже больше на канализацию, не озеро. Вот. Есть спуск. А, тут макаки же, это этот проход. То есть мне по-любому в эту сторону надо. То есть теперь надо хоть как убить ту хрень, которая с ружьем там бегает. Ой, игра, ты почему такая жестокая? Ладно, тогда воспользуюсь лучше телепортацией, чем заново туда бежать. Далеко это все. Беги быстрее. Татан, прибежали на место, окей, давай. Переместиться, это у нас получается... Севшая долина. О, сейчас будет жестко. Хотя, в принципе, ты стал посильнее, после убийства говоря. Все равно. А тут обстреливают, блин. Вот эта хрень. Блин! Я забыл, как она работает. А что тебя бьешь одним ударом, блин? Так, а, ну понятно, для чего мне веер дали. Да чтоб тебя. Так, мне надо, ну, получается, умереть. Надо сначала отправиться, кстати, веер в руку, который блокирует пули. А потом уже возвращаться сюда. Отдохнуть. Да, устал очень сильно. Да. То есть везде, тут на каждого говоря, дается свое оружие, которое поможет тебе защититься от него. Главное просто найти этот самый предмет. Ашина,
Вот еще были эти. Ножи бабочки. Ножи бабочки. Могу улучшить копье. Топор, а после копья я могу улучшить. Еще раз копье. Это что? Фонд магнит. Ничего себе. Только у меня денег нет. О, ладно. Нет денег, так их. Теперь поделать. Так, мы используем зонт. Продолжать. Путешествие. Как это работает? Если она будет в меня стрелять, я такой хоп. Прикольно. Что не скажешь. Главное теперь его пухнуться с этим. И стараться блокировать ее атаки. Да. Попробовали. Можно теперь отдохнуть, посидеть. Кто меня пристрелит? Блин. Лёш, он не имется. Дурни. Стреляют по мне. Промазала, промазала. Пакушка косоглазая. У меня есть щит. Ну давай. Эх, блядь, тварь, а. Так, попить. Да вы чё, блин, снайпера сраные, откуда вы палите там, блин? Ходить назад. Давай, попробуй в нём выстрелить. Чё, и чё ты хочешь? У меня щит есть. Да ты что, блок, ты на что нужен вообще? Это я пока разучился играть с последнего времени. Все, отлично, встань, пей, о, собакин сын ты, блин, а не шиноби. Ну что я с ней должен сделать в этот момент? Что я с ней должен сделать? То есть на кой хрен давать каждому там десятому врагу способность ваншотнуть главного героя, блин? Эй, нахрен, я сам его ваншотну быстрее, чем он меня главарь убьет. Это ж просто охренеть можно. Плюс ко всему он еще отталкивает меня.
То есть я хорош на ближнем бою, а она на... Хоть щитом. Можно щитом хоть забочить. Пока... Потратил хренову тучу щитов, блин. Давай, тварь, блин. Ну просто достал мне где-то там на волоске, блин, от жопы мамонта. Умри, блядь, жалкая ты мразина! Лично! Я повелитель всяких мразей! Тварь бессовестная, блин. Убивал меня столько раз. А, нет, 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 я пошутил, пошутил. Я пошутил. Всего одну хилку потратил. Ты вообще красавчик просто, блин. Убил ее, как нехрен делать. Просто надо быть понапористее. А то бил-бил, не добил, блин. Мышка бежала, хвостиком задела, и я обоссовал ее полностью. Так, куда мне дальше-то отсюда? Есть отсюда выход-то, блин? Кроме пути обратного, которого нет. Вон там один вроде кто-то где-то снизу, да? Где-то... Ага! Куда? Просто убили меня нахрен тут, блин. Умри, пожалуйста. А ты полечись, пожалуйста. И куда мне отсюда идти? Офигеть, засадили мне, блин. Вы чё, звери? Откуда стреляете-то, блин? Снайпера чёртовы. Все жизни просто с одного выстрела. Так, я хочу посмотреть, есть ли путь куда-нибудь отсюда. По-моему, нет тут ни хрена. Куда я должен дальше-то идти? Вот там мост. Вижу мост. Как мне на него попасть? Он за этой... Где? А, вон там что-то есть, я вижу. А, вон куда мне. И там 5 стрелков-снайперов. Я могу пройти сюда. Меня там уже обласкали выстрелами. Кто тут мог там... Можно было убежать сюда, там спрятаться, потом прыгнуть ей на голову. Ух.
Опа, мне шмаляют, блин. Офигеть, блин. Еще метки. Что? Просто в воздухе сбили. А чего бы нет-то, блин? Конечно. Просто прыгаешь куда-то на скалу, получаешь пулю в голову, падаешь обратно. Древняя Япония вообще, блин, полна всяких мастеров, блин. По стрельбе из хрен пойми чего. Ты понимаешь, там раз в год и палка стреляет, но что-то, блин, слишком часто их не палки стреляют в этом году. Видимо, не знают разработчики данной игры, как мушкет заряжается, блин. Там довольно-таки много надо времени. И даже если бы у них там было целая, блин, куча этих мушкетов. Они, блин, все равно бы не смогли менять их с такой частотой, как в этой игре происходит это. Ну перепрыгивай! Отлично, пойдем дальше. Здесь дальше мост не ломается, блин. Все, давайте стрелять теперь в пол, блин. Вы же любите стрелять в пол. Во, уже искры полетели с потолка, блин. Черт! Будем тебя ждать, пока он перестанет это делать. Если, конечно, это возможно. Возможно, тебе надо прижаться где-нибудь к стене, наверное. О, все, они меня не видят. Наконец-то! Свершилось чудо, эти уроды меня не видят. То есть... Стоя под ним, он меня видел. Еще в каких-то местах он меня видел. Тут свершилось чудо, он меня не видит. Как это произошло? Наверняка это все божественное провидение. Так, идемся. Целимся. И режем. Все. Забери ты уже, блин, магнитную, металлическую или какая там руда. Все забирай, ничего не оставляй. Не, я понимаю, я тут прыгаю, потому что у меня есть крюк-кошка. Как бы игра для этого предназначена, но как все вот эти вот папуасы, чичундры, не знаю, как хотите, так их и назовите. Как они сюда добираются? О, карабкаться. То есть я был, где я был? Вот там. Вот там. Вот они отсюда стреляют вон туда. И не промазывают. И стреляют еще и наперед. Мало того, что они не промазывают, так они еще и наперед стреляют и убивают меня. Игра, ты реалистична, как прям жизнь. Прям как в жизни. Как ты не старайся, блин, тебя все равно прибьет каким-нибудь говном. Че смотришь? Хренов снайпер, блин. Оп. Меня уже кто-то палит откуда-то, неизвестно. У них тут типа сигнальные ловушки. Предусмотрительно ничего не скажу. Ну, хотя бы они не сюда идут. Это уже радует. Было бы интересно, если бы они пошли прямо за мной. Почему бы и нет? Правильно.
могу как-то попасть. Он не целится? Целится. Охренеть! В смысле, блин? Свеситься? И уползти. А, не видно. А ты-то откуда там взялся? Эореализм. Как бы, по идее, они должны возвращаться обратно в свои места, откуда они пришли. А тот фиг, видимо, ему что, понравилось это место, и он решил остаться здесь? Серьезно? Хочешь здесь остаться? Где ты, блин? Ты где, Чичундра? А, вот он стоит, смотрит. О, боже мой! Что у вас пом? Какого фиг... А, вот эти вот ловушечки, это взрывные ловушечки. Да еще кто-то хочет прибежать? Я никого не вижу. У, страшно как. Вот есть что-то вкусное. Это магнитий. Или магнитий. Или дурак, который стоит, и я его даже не заметил. Дурак, ты чё стоишь? Как ты сюда попал, дурак? Расскажи мне. Я не знаю. Я тут просто стою. Мне сказали, лезь туда и встань. И я стою. Блин. Расположение мобов прям... Ай! Ай! Ихние ловушки на земле. Оповещение. Хитрая задумка прям, ничего не скажешь. То есть, ловушки ты слышал, а меня не видел. Жесть какая. Пучки я заберу. Но к тебе я пока не пойду. Ты, по-моему, страшный. Да, блядь, долго это будет происходить. Надо быть аккуратнее, то я сам испугаюсь больше, чем врагов набежит на эти ловушки. Мне вообще интересен принцип их детонации. А, то есть вот сюда я бы снизу прошел. Всех бы убил. Тоже вариант. Ну не всех, половину. Вернее бы не было смысла возвращаться обратно для этого. То куда он идет? Куда идешь? Походил, хватит. Так, тут получается их двое, да? Да. А я чё, за своего не схэтовал? Не сошёл ни разу. Чё? Ты стреляешь сквозь стену, мужик. Сквозь стену. Ни больше, ни меньше. Выстрел, главное, подошел к стене. А, нет, все, теперь он пропал. Конечно. Носит с собой арматурину там из 8 труб с порохом. Говорит, я стрелок. И стреляет из всех разом. Стрелял бы он еще из них по отдельности, как бы это еще сошло за что-то. Их как бы поджечь все надо, они не могут на курок быть нажатыми и выстрелить все в один раз. Но не работает так. О, больше всякого. Ута. Деньги. Зачем вам деньги? Вы живете тут в говне, блин.
Я не понимаю, чем вы тут питаетесь. Дрова, ладно, дрова вы заготовили. А чем питаетесь? Так кого убиваете? И на кого вы похожи? В каких-то мотках, блин, с травой на спине. Чё я вам вообще плохого-то сделал, блин? Чё они все напали на моего главного героя? Дался он им вообще? Жили бы себе и жили дальше. Уходит какой-то неизвестный бомжар тут по их территории. Чё из-за этого теперь надо его убивать? Нещадное количество раз. Вдохнем, вспомнил. И фляги. Идем дальше. Там что-то есть. А это талисманы. Пажа. Он что, вкус? Наверняка они поклоняются большой змее, которой я выколол глаз. Она им нашептала о том, что я это сделал. Огонь из земли. Печки, ничего. Ты, наверное, главарь, да? Больше не меньше. Я думал. Ты это? Охренеть, что ли? Можно, тварь. Просто машется, и все, и такая маленькая площадка, чтобы убить эту хрень с многорукой. Ты... Так, теперь не надо. Отдохнуть опять. Отдохнуть, сказал! Не подходи ко мне. А, вот как это работает. О, ничего себе. Я должен вовремя. Это что, специально сделано, что ли, говоря обучение? Так, не, я еще не отдохнул, погодь. Амбухи мутить. И чё? Бросилось все? Так, отдых. Отдых. Попить. Ну-ка. Оп. 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 О! Я уж прям это... тренировался почти. Ну это было одновременно и сложно, и легко. Если растеряешься, то можно прям начать огребать по первое число. Что? Но все-таки не так плохо, как было до этого. И чё это там за магия такая? Закрыто. Ну, я же ниндзя, у меня есть меч, я не могу разрезать деревянную. Да... Каким образом ты закрыта? Я вижу сквозную щель, блин. Как? Ну-ка, расскажи мне, игра, как закрыта эта дверь? Я хочу знать. Ладно, я шнырь хитрый, я тут везде пройду и так.
Блин, много полезных ископаемых в этих дырах. Я глядишь, так натренируюсь и смогу пойти поубивать других элитных врагов, которых я до этого еще бить не мог. Сейчас наверняка где-нибудь тут в этой пещере еще какой-нибудь злой таракана-паук, человека-таракана-паук нападет на меня. Коровьи рога. Что здесь интересного? Я вижу подъем наверх. Хорошо, посмотрели, интересно. Пойдем в другую сторону, как бы выяснить все, что здесь есть. У нас здесь есть. Там кто-то тонет. Там, по-моему, происходит что-то странное. Крепство. Какие-то шуршащие звуки, стоны, звуки связывания. Игра, ты не должна быть такой аморальной. Будь более снисходительной, что ли. Ладно. Не обсуждать игру за аморальность. Да, спасибо за пожелание удачного прохождения. Это как раз не помешает. Какой-то лабиринт, как я понимаю. Тут есть вкусняшки. Что здесь? О, боже мой. О, тут есть просто четко. Круто. А, это ящерица. Эй, ящерица. А, черт вас. А ты что, не горишь? В воде не тонешь? Но! Хватит, блин. Огонь, яд, я умер. Просто сожгли меня и отравили. Но я так просто не умираю. Это типа мини-говори. И еще одна тварь. Все. Ну, неплохо, неплохо, я много чего полезного тут собрал. Не сдохнуть бы, вот это было бы вообще самое оно. Так что... А, я вернулся обратно, да? И как хитрый. Ладно, вернулся, значит. А что, мне туда никуда нельзя? Только сюда, что ли? Прям ни разу? А, можно чуть... Расстроился, что мне придется хоть как убивать всех ящериц. Нету. Пар воскрешения. Ящерицы до сих пор там палят меня. Где же я есть, такие думают они. Вот, я уже спали. Так, ладно. Надо отдохнуть, ибо жизни у меня не вечные. Так, пойдем сюда. А, черт, это место? Я сюда вернулся? А какой черт я сюда вернулся? Игра, ты меня троллишь, что ли? Тебя нафиг, блин.
А я оттуда пришел? А если я туда прыгну, я до... Стану до чего-нибудь? Нет. Достал. Затроллено, блин. Но тут я этого убивал. Я как бы ничего не изменилось. Закрыто здесь, ну ясно дело. Офигеть, просто можно. Что-то еще-то есть интересного. Неинтересного, мне отсюда выход теперь найти бы надо. Эй! Блин! Я ж так опять умру. В смысле, а чё так далеко-то появился? Я бы мне было на окраине оставить там место падения или еще чего-то такого. Игра, ты жестоко ко мне. Так. Пойдем в ту сторону. А, тут ящерицы же, да, везде? Пытаться их убить. Ёп. Вот есть. Потихоньку будет вырезать. О, блин, ударил меня. Мне веса столько нету, сколько она мне урона нанесла. У меня есть... Понятно. Меним вот это на бюрикены. И еще одна осталась, да? Да ты что такая толстая мразь, блин? Чем ты мне столько урона наносишь? Все поломаю, все порушу. Только жизни отняли. Чё в яму упал? Ладно, в яму упал я по собственной воле. Как, по собственной? По собственной поворотости? Но... Не считается. Вот тут вот вверх. Здесь голова змеи. Да блин, опять это. Хватит меня травить, блин. Хватит меня травить, говорю. Так, надо. Так, где эти два урода? Или сколько у вас тут? Один урод. Ну-ка, прекращай баловаться спичками. Спички детям не игрушка. Отлично. Все. Туда никуда выхода нет. Тут тупик. Ладно. Устраивает, конечно. Вот тут есть еще вниз. А, погодь, я оттуда пришел, что ли? Фу ты, блин.
А мне надо наверх. Чем мне... Есть наверху где? Выход отсюда. Где? Есть змейка, там есть змейка. Тут тупик. Тут было много ящериц. Я их убил. Тупик тоже вижу. Отлично. Как выйти дальше? Игра, ты меня троллишь. Вот проход, проход, идем, идем, идем. Идем. Пришли сюда. Туда идем, блин. Нет же. Выход опять-таки обратно. Мне надо идти в другую сторону. Вот выход. Вот он. Долго мне еще кругами бегать, игра. Как мне туда попасть? Как может быть закрыто? Откройся, от сезам. Как туда попасть? Аркебуза стоит это здоровенная. И молится кому? Будде держащему змею. Будде, который душит змею. Грязные извращенцы. А пошли ли даже Будду? Пытка номер еще раз. Должен найти выход отсюда. Быть того не может, что здесь нет выхода. С этой стороны я был. Так, по логике вещей мне надо выйти направо. Потому что яма. Потому что... Блин, да что ж тебя так далеко относит? Потому что дверь ближе к правой стороне отсюда. Это мы должны идти туда. Может, я просто там где-то что-то упустил? Вот тут есть, вот надо мной, вот. Надо мной. Есть Ставас. Здорово. Нет Заваза больше никуда. Вниз можно дальше. Вниз еще ниже и дальше. Можно сюда и сюда. Здесь были феи. Вот, ящерицы. Я их всех убил. Отлично. Вон там снизу. Я ничего не могу сделать. Тут вот есть змейка, которая смотрит туда. Хорошо. Идем дальше. Тут есть змейка, которая смотрит туда. Там нет скрытых стен. Тут есть тоже кругом одни трупики, которых я понаставлял. Собрал бусинку. Все. Вниз тут дальше тоже не предвидится. Мужик, застрявший в стене. Такой секрет. В графоне его вообще не пощадил.
Отсюда тоже нету никаких пусков. Только подъем наверх. Я, может, нет, я падал туда, там нет воды. Дашь мне пойти, блин. Мне остается идти только туда, что ли? По-моему, все уже типа прыгал. Чтобы тоже не говорят. Пусков вниз отсюда я тоже не вообще никакого. Я опять спустился сюда. Это меня ведет обратно к точке сохранения. Либо я глупый совсем, то, конечно, я не исключаю. Либо я чего-то вообще не понимаю. Куда мне здесь пройти, блин? Просто отдыхаешь, лежишь. Ну и чё мне это дало? Ну, убью я этого мужика еще раз. Брал с него золото, бегу обратно. Как не, блин? Тупик. Ах. А, дай мне подсказку, как выбраться отсюда. Я же убил этого фига, убил. Как открыть дверь, блин? А, ну типа у меня же есть демонический веер. Понимаете, что он двери открывает? Чего нужна эта хрень? Давайте глянем. Так, чтобы наверняка... Ладно. Я попробую. Должно же это как-то работать. А и отдохнуть не надо было. Ладно. Надо переместиться. Важное место. И каждое оружие здесь дается не просто так. Поэтому проверить. Ну и так, этот... О, кто такой? О, あの時の旦那じゃねえか。アシナの城では世話になったな。俺はここでしばらく居候さ。旦那になら。Тут торговец покупил.
окупился, появился, я могу тебе продать. Я могу тебе продать. Я могу тебя купить. Два рога, единорога. Кошельки с деньгами. Такие заметочки интересные. Я там уже везде побывал, так что ты меня не удивишь. А вот семечко тыквы, это хорошо. Что у меня есть сбережения какие на черный день? Нет, недостаточно. Ну, кстати, у меня есть семечко тыквы для того, чтобы... И нету. Что с тобой поделаешь, а? А, ну, надо еще посмотреть, я, может, что улучшить могу. А у меня деньги есть. Потому что деньги тут как вода, быстро утекают сквозь пальцы. Так, я могу улучшить копье, а потом улучшить копье. Рюкены. Тут я могу улучшить... То есть в конце есть три направления. Тонк магнит. Огненный ствол. Интересное. Еще протез есть, которых... Два протеза, которых у меня... И один. Это оружие королевы бабочек. Как ее там звали? Это все про копье, это про сюрикены, это про дым, про сюрикены и сюрикены. Это короткий меч, Топор. Карды. Топор. Про огонь, то есть огонь, топор, меч, сюрикены. Сюрикены я могу, то есть я могу и вот так сюда попасть. Эти взаимосвязаны. Коса, сюрикены. Ой, копье, сюрикены. И пойти в сюрикены и кидаться сюрикенами. Повал. Так. Вот не хватает денег, я смогу улучшить сюрикены. Что увеличилось-то? Что это? Что мне даст? На толку мне обычно на свидание нафиг мне. Так, у меня есть ветер, чтобы он делал, скажет. Переместиться. Давайте вернемся обратно в крепость. Может быть какой-то способ пройти дальше? Или я просто иду туда, куда мне не надо еще идти? Да, пойдем попробуем потрогать дверь. В состоянии. Ветер вокруг меня распахнет двери. Как вариант.
Закрыто. Орт. Может, мне рано просто, я не должен сюда идти пока что. Где-нибудь заблудился. Вариант. Вариант того, что мне обратно. Убить там всех. Долго ты по мне палить будешь? А, умри. Я вернулся сюда, как бы. Ничего как бы особо не дает. Оп. Опаньки. Я же ниндзя. Ну какой смысл мне их вырезать деревню еще раз? Я их и так недавно всех вырезал. Потому что я их вырежу еще разок другой. Думаю, что двери сами по себе откроются. Значит, мне надо делать что-то другое. Тут я все вроде облазил. Значит, мне надо вернуться обратно. Давай переместиться. Пойдем заново искать место, куда мне надо идти. Где-то я прошляпил какой-то момент. А тут вот женщина молится. То есть все, кроме ключевых персонажей, умрут. Понятно. Так, ну... Да, мне стоит вернуться обратно. Убить тех, кого я не мог убить до этого. Полезно же, правильно? Получить драконьи бусины. Или какие они там бусины? Вот тут я еще, кстати, не ходил. Внизу. Не был в том месте, где меня убили. Так, тут надо посидеть, чтобы я тут и появлялся. Говорит, есть ассасин. Ну, может быть. Я не проверял, но должно быть так. Интересно, могу я быть настолько наглым, чтобы просто пойти и всех их убить? Или все-таки стоит быть поосторожнее? Тяжелый вопрос. Мне бы этих двоих... А, ну тут же еще стрелков целая куча. Я бы... Да, пойдем поубиваем их сначала. Тебе просто показалось. Смотри там дальше.
Вперед. И службу, правый солдат. Там по порточках, по подвороту. Что стоишь? Видел что-то интересное? Стоит. Что там? Тоже хочу посмотреть. Просто забил меня до смерти, дурак. Меня нет, меня не найдете. Почему он опять обернулся каким-то странным образом? Меня нету. Вы не знаете. Вы не видели никаких дроидов и все. Где там? Но я прыгал. Хватит, блин, на пару меня забивать, дебилы. Я люблю такие моменты, когда меня на пару долбят, блин. Конечно, кто бы любил, когда его долбили на пару. Как бы это странно не звучало. Конечно, всяких личностей полно. А, блин, я заблудился. Они меня потеряли. Так. Да, так можно. Нужно, то есть, к этому дураку и с этой стороны подойти. Блин, у меня одна жизнь. Я могу воскреснуть прямо здесь. Подожди, мужик, ща я. Стой. Что-то я прям. Лучше и хорошо, что не запрыгнул. Копье бы напоролся сразу. Шел дорога приключений, пока в меня не попало копье. Ну как это должно работать? Ай, нафиг.
Ну вот все, он сейчас мне точно тут выбьет мне. Все. Он просто, блин. Я хочу это заблокировать, а он не блокирует. Блин, у меня... Да ты что? Бог! Как вот? Почему он срабатывает иной раз, а иной раз нет? Всё, тут... Им главное... Блин, я не знаю, как это должно работать. Как должна блокироваться? Должна происходить блокировка его... Этих ударов копьем, блин. Дед все порушил. Отлично. Хилится. Так. То есть я не могу блокировать навык копья, который идет вот этот. А вот этот я могу. Да ладно! Я сделал это. То есть я научился. Офигеть. Пока что закончим на этом. С вами был Алекс Диего. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх, делитесь этим видео с друзьями. Всего скорого и удачи. Пока-пока.